Одно из мощнейших явлений, которое способствует ассимиляции удмуртского народа, это поп-культура. Та танцевальная музыка, которую делают ребята на удмуртском языке, это способствует, как мне кажется, я в этом уверен, способствует именно сохранению и развитию удмуртского языка. Бизнесом еще хуже, но все-таки там есть определенный такой рынок, и вот я считаю... Вот это очень четко мы начали развивать дискотеки, начали делать ремиксы, то есть мы стабильно 2-3 ремикса. Пара треков, которые не нашли. Ну, подойти к этому делу серьезно, придумали первый ремикс на Яра Тимонтуне, на Плотникова. Вы должны четко осознавать, что это такой удмуртские артисты, и мы там пошли сначала каждого по одному, так сказать. Цепляли. То есть к нам на радио приходят, на интервью? Там, а потом уже они сами там, когда уже появляются, они уже сами к нам идут в студию. Уже так. Давайте запишем что-нибудь, давайте запишем. Ну давайте.